Привет! Добро пожаловать на канал Королевства вкусных блюд. С вами Ольга, и сегодня мы приготовим очень вкусный лаймовый кекс. Тесто получается влажным, но очень вкусным. А какой аромат! И если вы не подписаны еще на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить много новых интересных вкусных рецептов. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить. Лайм хорошо моем, высушиваем и трем цедру. Только зеленую часть, так как остальная будет горчить. Разрезаем напополам и выдавливаем лаймовый сок. Сок готов, теперь займемся тестом. В миску льем теплое молоко, добавляем яичные желтки, сахар, растопленное сливочное масло, соль, лаймовый сок, цедру лайма, оставьте немножко для украшения нашего кекса. Хорошо перемешиваем. Добавляем часть муки, разрыхлитель и замешиваем так, чтобы масса стала однородной, без комочков. Добавляем оставшуюся муку и хорошо замешиваем. Тесто должно получиться как на оладушке. Немножко, может, густее. Смотря какое вы любите оладье тесто. Берем форму, смазываем растопленным сливочным маслом. Выливаем наше тесто. Разравниваем. И отправляем в духовку. Пока наш кекс запекается, сделаем глазурь. Берем белки, сахарную пудру и взбиваем миксером. Сначала на маленькой скорости. Потом скорость увеличиваем. Взбиваем до тех пор, пока наша масса не станет белоснежной, воздушной, нежной. Наша глазурь готова. Кекс уже испекся. Достаем из формы. Получается очень вкусным. А какой аромат! Сверху украшаем глазурью, и наш кекс превращается в праздничное блюдо. Он также сможет стать украшением любого праздничного стола. Сверху посыпаем лаймовой цедрой. И наш вкусный, ароматный кекс готов. Балуйте себя и своих близких. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!